Мартусик все нюхает у меня что-то в травке. Деловая такая идет. Жарко ей, очень душно. Мартусик. Марта. Тебя мама зовет, ты не слышишь, да? Засранка. Марта. Ну что такое еще? Мартусик, дочь моя, пойдем. Ой, жарко, плохо. И на душе все плохо. И в голове туман. Так. Вот она, девчонка моя. Моя девчонка бежит. Сейчас надо лапы мыть, как всегда, блин. Как всегда, Мартусик, да? Правильно мама говорит? И стричь надо ее. У меня вот руки не доходят. Я, наверное, постригу ее на днях. Надо хоть немножко лапки, попку, мордочку постричь. Шерстяная больно стала, да, Мартусик? 3 месяца уже, скажи, не стриглись. Утре, да, 3 месяца. Обросла вся уже. Деловая такая. Мне она нравится, когда у нее волосы вырастают. Они блестят у нее. И она такая кудрявая. Вот. Такая красивая и красивая. Потом, когда постригешь, не очень красивая, но все равно очень любимая. Но ей без волос лучше, ей легче становится. А с волосами, конечно, у нее еще очень цвет красивый, пепельный, черно-пепельный такой, шоколадный. Марта, пойдем, пойдем, девочка моя, пойдем. Мартусик, Марта, я пошла. Все, ты как хочешь, оставайся. Вон. Залезли. Электрику, вот этот старый столб надо вообще снести, деревянный. У нас на мужика упал столб, вот такой вот, он без проводов был, на моего знакомого. Ой, тоже случай из жизни хочу рассказать, Виталик его зовут. Денис его упал, и знаете что, положили в больницу его. Марта, иди сюда, машины едут, стой. Положили в больницу. Марта, иди сюда. И это. Сделали обследование, а у него был рак второй степени. Марта, иди сюда. Рак второй степени. Ой, где-то там в животе вырезали там этот рак. Остался человек жив. Вот. Слава Богу. Потом мы разговаривали, я его долго не видела. И ребра сломаны у него были. Долго он лежал в больнице. Пойдем, Марта! Хорошо, говорит, Оль, что это, столб упал. А то, говорит, это... Не обследовался бы, в больницу не ходил. И не знал бы, что онкология. А сейчас бегает. Я говорю, конечно, даже с одной стороны, да, вот, с одной стороны, хорошо. А что? Хоть выжил человек. А я, говорит, не ходил в больницу, не надо мне было. Особенно мужчина, они вообще не ходят в больницу. Вот. Мартусик, ты домой идешь, нет, девка. Язык, посмотрите, высунула, жарко ей. А, вот. Вот так вот. Все ребра, там сколько, не все, но 4, что ли, ребра сломал. Еще что-то у него было. Марта, пойдем домой. Домой пойдем? Пойдем домой. Домой, 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 домой. Здрасте, а что это вас не снимать-то? Какие красавцы! О, вы за самогонкой идете, да? Да нет, конечно. Это марпасадские алкоголики. Я блогер на Ютубе, если что. Ха-ха, вас узнает весь Марпасад, если кто не знает. Не снимай, говорит, нас. Ну вот видите, засняла хоть что-то, блин.
Это марпасадские алкаши. Угу. А самогонка, там самогонку продают. Ага. Блять, говорит. Видите, какие матершинники. Я же знаю, куда они идут, там по жизни торгуют самогонка. И никакая полиция ничего не спасает, блядь. Ой. Мартусик. Мы с Мартусиком. У нас Ладушка уехала опять. Ремонт делала. Завтра поедет на работу. А мы с Мартусиком в депрессии будем сидеть в домике. Мама в депрессии, значит, и Марта в депрессии. А куда деваться? Ну, как-то так. Мартусик, пойдем домой. Мартусик. Леганье, блин. Посмотрите, вот эта машина стоит 3 года. Вот. Никуда ее не девать вообще. Весь вид внешний портит. Так, все. Мартусик, пошли домой. Домой, сказала. Быстро. Хулиганье, блин, местное. Пойдем домой, все. Мы домой, всем пока. Привет всем. Доброго утра. С Марточки вышла на прогулку. Хотела вас поблагодарить всех за комментарий. Марина, я смотрела вас, ваш ролик насчет этого, как его, коронавируса вы тоже переболели. Смотрела, поставила свой лайк, конечно же. Хорошая вы женщина. Вот девочки. Всю ночь я не спала. Сегодня смс написала, что я не приеду за бабушку ухаживать. Вся разбитая, расколотая. У меня началась, короче, депрессия. Вот. Началась депрессия. Плохо мне. Нехорошо мне на душе. Мама болеет. Все, короче, я не могу уже. Вы говорите, контент там. Вы знаете, что только я не пробовала. Что только я не делала. Я уже сколько? Больше года на канале, да? Выставляю видео о своей жизни. Не поднимается он, понимаете, девчонки, не поднимается. Надо, блядь, скандал, понимаете, надо сюр. Сюр, скандал, интриги, скандалы, блядь. А мне тоже это не по душе. Правильно там кто-то заметил, да, вы написали в комментариях, что я не из таких людей. Да не из таких я людей, конечно, блин. Ну, как поднять канал-то, блин? Вот, знаете, хорошие пушистые никому не нужно вообще. Никто не будет смотреть. Да не смотрит вообще. Даже подписчики мои старые, то не ставят лайки. И дизлайки. Мои давнишние, с прошлого года. Вот. Не хочу никуда, короче говоря. Не знаю, что получится с каналом, блин. Сейчас я не буду снимать видео. Пока. Пока я в депрессии. Вот. Ложусь на дно, короче говоря. Вот и все. Хотела на Азовское море это купить путевки с мамой, да? Посмотрела. Выбрала, ну, короче, это написала, да, в поисковике. Отдых на Азовском море. Думаю, плюнуть, поехать с мамой, да? Вот. Ну, санаторий, чтобы подлечиться. Свои нервы тоже там. Опоро-двигательные суставы, да, мамины. А там только Ейск выскочил, и то там, короче, все закрыто. Там. Закрыто, короче. Ничего не купишь. Может быть, вы посоветуете, где на Азовском море можно в санаторий поехать.
Мне тоже надо суставы полечить и мамины. Я бы купила бы 2 путевки. И уехала бы с мамкой на 10 дней. Вот. Ничего, что-то я прям очень устала, честно, девочки. У меня вот такая лодка была. Я вам сейчас покажу, какая у меня лодка раньше была. Я же говорила, что я рыбачка в прошлом. Я очень так сильно рыбачка была в свои времена. Сейчас я вам покажу, девочки. Вот. Вот такая у меня казанка была. Один к одному, только другого цвета. Я купила ее вообще такую старенькую, но без дырок. Покрасила, такая красивая была. В 3 цвета. Ой, в 4 цвета. Как светофор. Вот. Рыбачила. 15 лет, 17 лет там назад. 15-17 лет там назад. На саму входила. Самятница. На кольцо ходила. Лещей ловила. На резинку. Чахонь. Мешками таскала, блин. Были времена. А теперь моменты. Одни воспоминания. Весна немножко прошла чуть-чуть. Вот. Не знаю, в голове салат какой-то вообще. Оливье, блин. Ничего не хочу. Хочу куда-то уехать отдохнуть с мамой вдвоем. Хочу именно на Азовское... Не куда-то, да, именно на Азовское море хочу. Вот посмотрела в интернете, только Ейск, Ейск. И то закрыто там все. Там не продают уже ничего, короче говоря. Посоветуйте, пожалуйста, на Азовском море, куда санаторий есть. Может, кто-то был? Отдохнуть хочу от всего. Подлечиться. Маму хочу подлечить. Хоть чуть-чуть, блин. Устала. А то всего устала, честно. Так устала я. Я вымоталась вся. Вот в данный момент вообще ничего не хочу. Устала от всего. Морально устала. Физически устала. Плохо мне на душе. Депрессия у меня. Еще месячные у меня начались, блин. Теку как это, блядь, из ручья. Извините, конечно, за такие подробности. Второй день, блядь. И, короче, настроение у меня поменялось, и вообще мне херово. Просто херово, честно. Вот отвратительно мне все это. Хочется какого-то драйва. А какого драйва? Никакого драйва нет вообще. Жизнь такая дебильная, блядь. Постоянно одни проблемы, блин. Всю жизнь вся в проблемах. Ну вот, как-то так. Солнце опять палит. С Марточкой гуляем. Все, пока сделаю остановку, потом запишу ролики как-нибудь. Пока не хочу, нету у меня желания записывать ничего. Пока чуть-чуть надо остановиться. Вы правильно писали, что записывать херню, как говорится, да? Лучше помолчать лишний раз. Умнее буду выглядеть. Уйду в себя. Больше ничего. Хоть на время, блин. Духота опять поднялась. Ну все. Не говорю вам прощай, говорю вам до свидания.